Быстрый обзор Sportage, который мы привезли нашему клиенту. Это 19-й год пробега, 14 тысяч километров. Машина практически новая, приехала из Южной Кореи нашему клиенту под заказ в Краснодар. Двухлитровый турбодизель, состояние идеальное, нет крашеных, замененных деталей. Комплектация практически максимальная, только нет у нас панорамы. Кожаный салон, тут моя еда. Подогревы есть сзади, спереди, подлокотник. Ну тоже кожа такая прям плотная-плотная. Сносу ей не будет. Дверные карты, пластик, херня, конечно, сзади. Но что делать? Это один из бюджетных вариантов за 2 миллиона рублей. Как бы пойдет. Сзади корейцы ковры кинули. Здесь у нас набор. А, ковры родные есть, смотри. Круто. Наборы инструментов. Ну, в общем, всякое такое. А, крыша черная. Это, конечно, большой плюс. А, нет крышки, нет привода крышки багажника. Минус. Большой, большущий минус. Есть датчики слепых зон. Диодная оптика. Здесь тоже спереди пластик. Почему так делают? Этот мягкий, это пластик дубовый. Ковры корейские лежат, как они любят. У нас Ева коврики, а здесь вот такие ворсистые. Сидушка целая. Ни заломов, ничего нет в ней. Комплектация престижна, сколько я помню. Нет люка и пару мелочей. Ну а так, какие-то пленочки здесь еще у нас. Куча кнопок, большой монитор, камера заднего вида. Так, дальше, датчики слепых зон, контроль полосы, старт-стоп на перекрестке глохнет, кнопка запуска, естественно, полный мультируль, адаптивный радар, круиз, очень хорошо, удобная вещь. Подогревы, обдувы, не вижу я здесь камеры кругового обзора, наверное, здесь ее нет. Автохолд. Помощь при спуске. В общем, ладно. Я на Sportage ни разу не ездил. Поэтому будет первая моя поездка. Ладно, поехали. Место, смотрите. Это. Ноги вытянуты. До педалей достаю еле-еле. Люблю сдвигаться до конца назад, чтобы было много места за рулем. Чтобы руки были вытянуты, ноги были вытянуты. Кстати, воксик стоит. Надо тоже будет сегодня его забрать. Помыли. Приехал сегодня нашему клиенту. Это 18-й год. 1.8 бензин. Не гибрид. Ладно, Sportage, двушка. Турбодизель. Вообще едет хорошо. Но мотор слышно, еще холодный. Слышно в салоне. Ходовочка мягенькая. Газ полас, поехали. Едет? Ну прям хорошо идет. Чуть подспустили колеса. Загорелся датчик. Хорошо едет. Двухлитровый турбодизель эту машину везет. Динамики вполне себе. Шумка приятная. Ходовка вообще приятная. Такая мячик. Очень хорошая энергоемкая ходовка. Ну, кроссовер. Перед вообще гладко проходит, сзади подпрыгивает машина на полицейском лежачем. Задними колесами. Жопа легкая. Приятная. Комфортная. Жена толк в машинах знает. Реально крутая. Ну, правда, очень комфортно. За 2 миллиона рублей кроссовер с 14 тысячами пробега. Очень хорошо. Похеру на то, что здесь пластик дубовый. Вообще похеру. Панелька. Но мягкая. Не вижу. По-моему, строчка. Строчка? Что может еще имитация быть. Да, нитка. Вот это, конечно, преемственность корейская Kia. Что Optima, что Rio. Что-то есть, да? Вот это вот. Ну, одинаковые, грубо говоря, панельки, кнопки, панель такая немного выпуклая вперед, по центру. Не очень люблю вот эти моменты от Kia. Когда уже
свежие модели, например, там Махав, что-то еще, где вот ушли от этой тенденции, от пластика этого полированного, дебильного, от панелек этих с текстурой какой-то кожи, с, не знаю, змеиной жопы. Ну, тогда вот интересно, а вот это мне вот не очень нравится. Дороговизна. Как, выдел, это... как выделка кожи какой-то, да, да, дорогой. Да. Вот это чуть-чуть согласна. Но я вот об этом и говорю, вот об этом пластике с текстурой. Ну вот это что за текстура, что это? Не нравится мне. Это тоже дешевизна, тоже не нравится. Вот палисад. Палисад, да, помните? Такая борода, кнопочки, все такое интересное. Причем вот этой лака там нет, там матовый под алюминий сделан пластик. А здесь еще, ну, в новом, конечно, уже новом Спартедже, там уже другая история, уже переработана панелька, уже поинтереснее. Но в старом пока вот так приходится довольствоваться. Но новый, конечно, и стоит уже на 1,5 миллиона дороже, поэтому. Так, трасса, поехали. Ой, тянет вообще, супер. Идем. Соточку. Шумка супер. Ну слушай, за 2 миллиона рублей комфортнейший кроссовер, высокий, ходовка мягенькая, ну как, в меру мягкая, рулится отлично, шумка отличная, прям нравится. Круиз в машинах сейчас, педали убираем, она сама едет, держит дистанцию, да, перед идущей машиной, сама тормозит, сама разгоняется, когда машина отдаляется от тебя. Это прям вот супер удобная история для города, как вот Краснодар в пробках, ноги убрал, она сама едет, прям огонь. Вот это то, что нужно. Причем это работает прям до полной остановки, даже если машина предыдущая становится полностью на красном, потом поедет, ты за ней тоже начнешь трогаться. Но интересно же, интересно, удобно. Ну и какой же можно подвести итог по Kia Sportage 2019 года с 2-литровым турбодизелем за 2 миллиона рублей. Едет, шумка хорошая, отличная, функционал отличный, машина за эти деньги супер. Больше и не скажешь, ни больше, ни меньше. Вот прям то, что нужно. Поэтому их так любят, поэтому их так много, Sportage в России, в частности, в Краснодаре. Ну, потому что машина со всех сторон хорошая, оптимальное сочетание цены и качества. Вот лучше и не придумаешь. Вот такая история. Всем удачи. Пока.